До этого здесь их никто не знал в лицо. Но такой визит стал историческим. В Россию впервые в ее новейшей истории прибыла делегация из Папуа-Новой Гвинеи. Фонд имени Миклуха Маклая представляет документальный фильм «Путешествие папуасов в Россию». Их пятеро. Меня зовут Рассел Майкл Янгин. Я из провинции Иссипик, Папуа-Новой Гвинеи. Меня зовут Майкл Кабуни. Я из Папуа-Новой Гвинеи, из провинции Ора-Провинс. Меня зовут Бетти Исикел. Я из университета в Маданге. И я в восторге от участия в программе по поездке в Россию. Happy and delighted to be in this program to come to Russia. Я никогда раньше не трогала снег и не знаю, каково это — быть в снегу. Я очень счастлив, что я один из первопроходцев, один из делегаций в России. Это дает возможность ощутить себя частью истории. А история эта началась еще в 19 веке, когда знаменитый русский этнограф и путешественник Николай Миклуха Маклай высадился на северо-восточном берегу Новой Гвинеи и долго жил среди папуасов, которые интересовались, как же выглядит неведомая деревня Маклая под названием Россия. Откуда к ним прибыл Тама Бора-Рус, человек с Луны? Прошло почти полтора столетия, но имя Маклая папуасы до сих пор передают из уст в уста. И были счастливы уже в 21 веке встречать на своей земле потомка и полного тезку этнографа Николая Миклуха Маклая-младшего. В Папуа-Новой Гвинее очень тепло, с большим теплом помнит о Миклухе Маклае и России. Год назад, когда я побывал в экспедиции, именно это заставило меня сделать все возможное, чтобы привести сюда представителей Папуа-Новой Гвинеи, которые смогут узнать о России. Я чувствовал ответственность, направляясь сюда в качестве представителя своего народа. Честно говоря, я совсем по-другому себе все представляла. Принимали гостей тепло. Я очень рад, что вы приехали, наконец-то. А вот климат оказался суровым. Очень холодно. Я вышла, ветер дул мне в спину. Я еще пошутила, что я сейчас улечу. Они смогли рассмотреть Петербург с высоты птичьего полета и увидеть Москву. Что я сделал на Красной площади, так это снял перчатки и потрогал землю, брусчатку. Холодец. Необычный для меня вкус. Шпроты. Я правильно сказала? Оказалось, что изучать русский язык – это так увлекательно. Пышка. 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 А русская культура такая разнообразная. И многое здесь напоминает о Миклухе Маклае. Россия для меня теперь большой новый мир. Какие впечатления оставила самая большая страна в мире, которую когда-то папуасы называли деревней Маклая? Смотрите фильм «Путешествие папуасов в Россию».